magazines, but you still be my star. Baby, cause in the dark, you can see shiny cars, and that's when you need me there. With you I always share. Because when the sun shines, we shine together. I told you I'll be here forever. Я основал первую в России общедоступную библиотеку. Так давайте же посетим сей святой книжный храм. Добро пожаловать, гости! Я считаю, что такие мероприятия очень нужны. На самом деле, вообще книга – это источник культуры. Да? И когда сейчас молодежь, так в основном все телевизор, кино, как бы, там все равно язык гораздо беднее, чем книга. Я, кстати, вот свою дочку в свое время прям заставлял читать книги, и она была одним из немногих в классе, кто начала читать, и ей сейчас это нравится, она с удовольствием читает. Мне нравится то, что я могу поддержать это те проекты, которые, так сказать, связаны с детьми, с молодежью, да, то есть, которые рассчитаны на то, что так сказать, тех, кто завтра будет составлять, да, вот основное будущее, чтобы как-то надо в них вкладывать основные силы и средства, потому что они же потом принесут большую пользу стране. Да, то есть, при всем при том, как бы вот. Это самое важное, кто завтра будет создавать для страны что-то хорошее.